Профилактика ДТП – одна из основных целей госавтоинспекции. Зачастую угроза штрафа оказывается для водителей более веским аргументом, чем здравый смысл. Напомнить о правилах и об ответственности за их нарушение всем участникам дорожного движения решили во время операции «Пешеход». К ее проведению присоединились представители общественности, студенты и школьники. Пешеходам вручили памятки и провели профилактические беседы с водителями. На пешеходных переходах, пожалуйста, внимательно. При приближении, как согласно правилам дорожного движения, пункт 41, при приближении к пешеходному переходу обязаны снизить скорость, при необходимости остановиться. У нас в городе участились наезды на пешеходов, так что будьте внимательны. Правила простые, но соблюдают их не все. Даже в ходе самой операции таких людей встретилось немало. За время проведения профилактического мероприятия сотрудниками госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия было выявлено порядка 120 нарушений правил дорожного движения. Из них по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение требования ПДД водителям уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, составлено более 30 административных материалов. На основании статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение ПДД пешеходам – 80 материалов. За прошлый год в Мордовии произошло 167 ДТП с участием пешеходов, в которых 25 человек погибли и 153 получили травмы. Большую часть трагедий можно было бы предотвратить, если бы все соблюдали правила дорожного движения. Помните об этом и не пополняйте печальную статистику. Арина Хайрова, Народные новости.